Прежде всего мы проанализировали, что уже сделано было за предыдущие годы, сверили параметры и цели, задачи с Федерацией. Мы на первое место сейчас выводим вопрос трудоустройства нашей молодежи. Как мы говорили изначально, это еще программа начала 2,5 года назад реализовываться. И вторая основная цель – это жилищный вопрос. Активизируемся по реализации молодежной жилищной политики. У нас на сегодняшний день существует несколько программ, которые способствуют развитию, приобретения молодыми семьями жилья, в том числе, вы знаете, сертификаты для многодетных молодых семей. Ну и третий вопрос, он, так сказать, очень важный, это развитие предпринимательства, такого частной инициативы. У нас в этом году с помощью корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства будет увеличено в несколько раз направление поддержки. Более 1,5 миллиардов у нас составит объем выданных гарантий и микрозаймов. У нас до этого было, так сказать, около 500 миллионов рублей консолидированных. Поэтому в текущем году мы занимаем такую более активную, можно даже в каком-то смысле сказать, агрессивную позицию по продвижению развития молодежного предпринимательства и малого и среднего бизнеса. Наверное, надо сказать относительно образования и досуга для нашей молодежи. В этом году активно будет дальше развиваться программа по плоскостным сооружениям. По образованию, вы знаете, мы начали переформатировать или делать перезагрузку направления специального образования, как это раньше мы называли ПТУ и техникум, сейчас это колледжи. Мы сегодня переводим их в подведомственность наших отраслевых министерств. И второе, мы сшиваем производственную практику с лучшими предприятиями, которые работают на территории Тверского региона. Поэтому изначально молодежь, которая будет учиться и уже учится в средних специальных учебных заведениях, будет проходить практику на предприятиях, которые дальше станут для них работодателями, либо получат хороший, так сказать, опыт работы на современном оборудовании, на современных предприятиях, ну а уже дальше будут сами определяться наша молодежь, соответственно, на каком из предприятий им работать. Но я уверен, что работа и практика на современных предприятиях – это уже, так сказать, новый шаг в развитии нашего профессионального регионального образования.